что, ну, соперник решил меня шокировать в дебюте. И у него это получилось. Ранний вывод ферзя, да. Я, в принципе, знаю, готов к его игре, позиции. Ну, вот ранний вывод ферзя мне немножко... Получилось подмог. Да, немножко помог, хотя, по сути, ранний вывод ферзя это не очень хорошо, но в данной позиции он немножко просто заставил задуматься. Вот, и потом... Ушло время, да? Да, ну и время ушло, и потерял контроль над позицией. Можно сказать, над всем. Рассчитывал в самом конце на что-то типа вечного шаха, чтобы согласился на ничью, но соперник ничего не хотел. Соперник, ну, да. Понятно, что хотел. Выиграть он да, хотел. Да, соперник выкрутился и в конце концов. Да. Кто твой соперник? Да? Соперник Александр Иванов, с которым мы, можно сказать, получается, благодаря которому мы проводим здесь в Лондоне турниры. Главное оказаться в нужном месте, в нужном. Поэтому, открыто говоря, я обязан был проиграть. Я тоже иногда. Спасибо. Давайте с третьего места начнем. Третье. С пятого? За пятого нет. Не, последнее давайте, чтобы никого не расстраивать, последнее не будет. Дима, для тебя хоть какая-то интрига должна быть в этом, да? Чтобы... Кто за последние места борется, интересно узнать, да? Пятерка, ну хорошо. Хорошо, давайте с пятого места. А у нас 10. Давайте с пятого места. Пятое место у нас сегодня занял Целовальников. По имени отчеству как вас? Александр Владимирович Целовальников занял пятое место сегодня. Четвертое место занял Шамиров. Как по имени отчеству вас? Юрий Михайлович Шамиров. Четвертое место.